Матрешка. И очень скучала Матрешка в Матрешке. А в этой Матрешке, Матрешке, сидела, скучала другая Матрешка. Скучала, сидела другая Матрешка. Размером, конечно, поменьше немножко. А в Матрешке размером поменьше немножко. Сидела Матрешка не больше горошка. И тоже скучала несчастная крошка. Что интересно, несчастные той крошки. Еще разместись четыре Матрешки. Примерно такие, как мушки и мошки. Любому понятно, что в каждой Матрешке хотелось побегать в саду по дорожке. Хотелось в траве поваляться немножко. Размять свои ручки, размять свои ножки. Что они могут поделать Матрешки? У них деревянные ручки и ножки. Скучают Матрешки и то понарошку.